Ну что, друзья, приветствую всех на своем канале «Самый клевый». Я опять на рыбалке. Хотел закрывать сезон, но, как говорится, достание удержалось. И мы сегодня с Александром. Вот он тут как раз снасти готовит. Вот он здесь. Мы снова сегодня на рыбалке. Не знаю, возможно, последний фидерный сезон, закрытие сезона сможет и состоится сегодня. А там может только спиннингом покидаем. В общем, ребята, я в Екатеринбургской области, в Екатеринбурге. Нахожусь сейчас, это, видите, такое красивое место, до этого показывал. Это Рефтинское водохранилище. Мы сейчас находимся, место называется Чайка. Это как раз место слияния, как бы, здесь. И туда уходит карман, туда уходит, видите, да? Здесь очень хорошее, красивое место. Я когда сюда приехал, вот, видели, дорогу показывал, да? Все обалденно. И у нас вот такое отличное место для ночевки. Приехали мы сегодня с ночевой. Здесь дров полно, камни везде, столик готов. Вот такая природа, сосны. Ну и, конечно, прекрасное, красивое место. Ну, по рыбалке что? В общем, место красивое. Рыба здесь есть. Есть рыба всякая. Здесь и карась, и подлещик, и лещ, и сом клюет. Самое главное, в этом месте много судака. Здесь и зимой ребята приезжают рыбачить. И здесь уже со всего округа приезжают в это место рыбачить. Зимой ловить судака, окуня. Там в затонах там окунь клюет. Достаточно разных размеров. Есть и крупные, есть и мелочи. Но их как из пулемета клюет здесь. Ну, смотрите, мы сегодня приехали. В принципе, пока никого нету, да? Только мы одни. Вон там, да, лодки. Ребята снова заплывают. Мы когда приехали, начался немножко дождь. И они оттуда вот там рыбачили. И, видимо, на базу ушли. Но они с лодки спиннингуют, ловят здесь судака. Мы лодку тоже с Александром с собой взяли. И сейчас вот немножко... как бы разложились, только-только закинули, посидим, лодку накачаем и попробуем тоже половить судака. Ну что, душа радуется, настроение вот такое. Вот, так что сегодня рыбачим, сегодня с ночевой, я думаю, рыбалка сегодня должна получиться. Ну, по крайней мере, процесс, самое главное, ведь идет. Давайте рыбачить. Кстати, сегодня 19 сентября, погода здесь у нас вообще шикарная, 22 градуса, ну вот тучки ходят, сейчас вот опять вот набежали, немножко даже дождик прошел. Кстати, вот поклевка у меня опять, вот не опять, а вот первый раз на этот фидер вот покачала. Вот у меня все, как бы здесь кашу я вам показал, вот это именно этой прикормкой. У меня на этой донке и вот на этом фидере наживка опарыш. Такой пучок по 5 я штук пока сделал. Потом посмотрю, может быть, по 3 делать, по 2. Но посмотрим, пока пучок сделал. А вот на эту донку у меня 2 кукурузины. Сладкая кукуруза. Именно на карпа. Пускай стоит, она мне не мешает. Буду менять. Именно заклипсовался я здесь, посмотрел. И буду кормить именно эту точку. Подойдет карп, клюнет. Замечательно. Не подойдет, ладно, бог с ним. Конечно, сюда можно еще вот одну донку поставить, вот туда. Тоже мне Александр подсказал, что там тоже зацепов нету. Как бы чисто. Здесь он в этом месте не один раз рыбачил. Вот. А я, конечно, в этом месте первый раз рыбачу. И мне, ну, природа мне нравится. Она сейчас осенняя. Место красивое. Поклевки уже есть, уже радуют. Ну, мы приехали сегодня, конечно, отдыхать. Вот так вот. Рыбачим. Не забывайте подписаться на канал. Только с вами поговорил. Первая поклевка на эту донку. Это уж не фидер, это у меня донка здесь уже получается. Фидер у меня вот капитально здесь. Поклевка была, покачала, не стал вытягивать, потому что первую рыбку мы отпускаем. А это как? Иначе мы ничего не поймаем. Сейчас смотрим еще, покачает, дерну. Ну вот сразу... Да, может сидит, потому что... О, сидит, давайте попробуем достать его и отпустим. Скорее всего, подлещик небольшой. Ну, сейчас будем кормить, смотреть. Рыбы подойдет. Здесь и карп клюет хороший. И карась здесь хороший.
Ну, нету, это отлично, отлично, ребятки. Первого не надо. Ладно, как раз проверю кормушку. Так, ну что, могу сказать, наверное, надо кормушку. Я забивал ее довольно плотно, старался. Я думаю, что надо забивать ее немножко полегче. Видите, да? У нас сварена каша. Пшенка, и мы перемешали ее с магазинной специальной прикормкой Дунаев Универсал. Ну, вкус у нас здесь сорога, плотва, подлещий карп, вот такой, поэтому вот так вот. Видите, как плотно я сжал, сейчас я буду немного послабже. Но рыбачим мы, конечно, вот на пока на опарыше. Ну что, рыбачим дальше, поклевка есть, это радует. Так, ну что, второй заброс, кидаю я вон на ту стойку высоковольтную, именно вот этой донкой. Ну а этот фидер у меня там на березу. Кидаю довольно далеко, стараюсь. Вот, видите, метров, наверное, 40 я кидаю. Где-то так вот. Там метров, да, Александр говорит, там глубина где-то 5-6 до 7 метров яма, в общем, так идет. Поэтому на том месте рыбачим. Выдумывать ничего не будем. Будем сейчас кормить. Вторая кормушка только. Ребятки, видите? Поклевочка была снова. Но я... О. Ну что, дергаем? Попробуем? Нет, еще сейчас пускай разочек дернет. Оп! Давайте смотрим. Да, сейчас сидит. Сейчас сидит. Первого отпустили. Это все. Ну, подлещик, скорее. Так, так клюет подлещик. Так, ага. Нормально. В общем, я думаю, что надо левее смещаться. То есть вот я это закинул, поэтому у нас. О, сосол, что ли? Нет, кто-то сидит. Сидит. Сорога, по-моему. Хорошая. Хорошая средняя сорожка такая. Вот. Клевал, видите, да? Но мы такую сорожку мы любим, и сорожку такую оставим. Это тем более уже не первая рыбка. Поклевка была. Так, ну что? Да, первую отпустили. Так, ну что, будем раскидывать садок. Вот такая сорожка здесь клюет. Но это уже явно сорожка. Вот и помните, я при первой рыбалке показывал, не мог понять, что за рыбина такая, там гибрид какой-то был. Но вот она такая темная. У нас, если она на каме такая белая, серебристая, а здесь вот она темная. Но цвет рыбы зависит не от самого водоема, а от растительности, от питания микроорганизмов в водоеме. Значит, вот. Ну и по сути это вода сама темная здесь, и поэтому вот рыба вот такая вот. Это как бы мимикрия, защитные свойства рыбы от хищника. Первый заброс Александра. Так, на эту тоже, ребятки, поклевки. Сейчас покажу. О, шатает, видите? Уже, видимо, сидит. Но сейчас долбанет. Ну, для вас же снимаю, чтобы интересно было вам. Ну, что-то есть. Видите, да? Сейчас посмотрите еще раз. Оп. Ну, подтягивает. У меня здесь уже поставлена такая на ночь колокольчик с синтезатором. Вот, теребит. Либо сидит, либо уже. Ну, пока для вас. Мы эту точку вот, оп, 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 оп. Видите? Пускай уже зацепит. Сорога, наверное, тоже. Оп! Ладно. Сейчас, если дернет еще, то мы дернем. Пускай немножко подразнит душу. Да, по-моему, уже она там сидит. Или подлещик, или кто-то. Посмотрим. Нету? Ой, нету, теребила.
Не захотел сесть. Но дергаться дергалось точно. Ребятки, поклевка и кто-то хороший. Ну, чувствуется, по крайней мере. Не знаю, сейчас поймаю, не поймаю. Вначале тянул тяжело. Подлещик не видно. Ну, тяжело тянулось. О, тяжеленький. О, о, так он сопротивляется и хорошо сопротивляется. О! Так. Ну так это, извините, это. Тихо. Это. Быстрее, лови его. Лови. Это хороший подлещик. Это хороший подлещик, ребятка. Ну, клюнул хорошо даже, тяжело я вытащил. Ну что? С удачей! Есть! Есть рыбка! Есть, клюнул. Давай, плыви. Я рад. Поклевки есть. Так, ну что? Я пока занимаюсь рыбной ловлей. Александр лодку накачивает. Мы подготавливаем, к 5 часам собираемся выплыть и половить, покидать спиннинг, половить судачка. А здесь он есть. Поэтому вот занимается пока, качает. Ладно, сейчас перезакину снова. Еще, кстати, одну донку готовлю. Александру туда правее закинем. И вот будем, у нас получается 5-1 фидер и 5 донок. То есть 3 донки. Все, давайте рыбачим. Так, закидываем туда же. Так, где у нас бережка-то? Вот она. Вот она. Раз, два, три. Застегиваем. Раз, два, три. Все. Ну, я еще подтяну. Сейчас он у меня опустится. Там гуд. Оп, все, встал. Опустилась как раз вот на яму. Можно 3 оборота сделать. Раз, два, три. В натяжку. Все. Повесим. Пускай клюет. Давай, клюй. Только закинул вот 5-ю донку, и снова поклевочка была. Подергала хорошо. Сейчас я немножко накину и посмотрим. Дадим проклеваться, как говорится. Сорока подходила, подергала немножко. Ладно. Будем уже подчекать наверняка. Ну, буквально минуту вот забросил. Поэтому и там и прикорм есть, и опарыш есть. Поэтому пускай. Шикарную поклевку. Она сидит, наверное. Да, сидит. Пока лодку спускали, произошла поклевка. Ну, тоже подлещик. Наклюнул. Хорошо. Да. Небольшой. Или сорога. Подлещик. Да, это гибрид, вот катраза. Ага. Ладно, давай я покажу тебе, куда плавать. Давай. Давай. Буду смотреть. Вот такой гибрид сороги с подлещиком. Он такой кругленький. Так, ладно, буду менять насадки. Поклевочка, ребята, слабенькая. Поинтересовался, видимо, только. Подергал и все.
хочет. Кстати, поднялся ветер. Тяга туда идет, ветер сюда дует. И немножко все леску и нитку начало сносить. Как бы туда, по ветру. Ну, я думаю, сейчас время здесь местное. Без 15, только еще 5. Так что я думаю, еще к вечеру все успокоится. Кстати, Александр уже выплыл на лодке и пытается там ловить судачка. Но его он без якоря, его якорь не взял. Так хотел дрейфовать и ловить, но ветром его сносит туда. И смотрю, постоянно гребет. Я, наверное, если приплывет после него, чуть подожду, когда успокоится. Только потом доплыву и заплыву сюда. В этом месте, с этого места начну и туда буду плавляться. Ну, в принципе, мужики рыбачили вот там, левее, на широкой части, там глубина 7 метров. Только закинул, начал подтягивать и сразу поклевка. Тоже небольшой подлещик, походу. Вот только закинул, еще даже удочку не подтянул, и сразу поклевка. Сопротивляется, ну подлещик, подлещик, либо опять этот гибрид какой-нибудь. Точно гибрид. Вот сильный этот гибрид чувствуется. Вот еще раз покажу, видите, да, вроде сорога, да, где. Осторожно. Вроде сорога, но не сорога. Темная такая. А может, цвет такой. Проверю, по-моему, сидит здесь уже подлещик. Ох ты, блин, на что ты кинул, утащила. Так, все. Фу. Порву сейчас. Да. Нет, вытащи, наверное. Попробую вытащить без подсадчика. Неплохой. Неплохой, ребятки. Да, хороший. Вот такой вот. Этот уже самый крупный пока. Сегодня. Вот такой вот. Отличный. О, вообще классный. Но поклевка была, я потом он сидел просто. Сейчас вытащит меня.
подклевочка. На другую удочку. Ну, по-моему, нету. Была поклевочка. Ага. И что-то нету ничего. Такое ощущение, что сидел. Пошел, съел. Поздно достал. Значит, блин, перекинем. Там затем. Так, есть кто-то. Есть кто-то. Тоже подлещик. Но этот поменьше. Не успел насадить, блин. Нет, наверное, сорога, скорее всего. А? Да, хороший подлещик. Такой вот. Пойдет. Отлично. Хорошая поклевка была. О, заглотил. Вытащить щипцами. Давай, рот открывай. Так, решил заплыть, ну, как бы покидать спиннинг, а тут у меня поклевка, вот видите, да? Но опять ветер начался. Наверное, подожду немножко. Успокоится, та будет опять сносить. Без якоря мы, да? Без якоря мы. А так, плавай, так. Смотри, какие не надо. Вот. Они одинаковые, но по размеру другие. Вот все вот эти пока положу. Ну, по размеру одинаковые. Ага. Вот, сейчас ветер успокоится, и заплыву, лодку подкачал, вот спускают мне на складке резиновые, одноместные. Ребята, поклевку вам не показал, большой загнуло, но сидит кто-то, но небольшой, он-то, видимо, до этого поклевал немножко, я видел эту поклевку, и уже сидел, а сейчас попытался смыться, и сорога. Да, сорога опять. Ну, сорога такая же вот. Гибрид. Да. Тоже заглотила. Наверное, не выживет. Поклевка у Александра. Тут и сидит. Ну как, небольшой, наверное, да? Большой, сорога, наверное. Дергается, зараза. Ага. А, за леску зацепила. Туда и на ту сторону перетягивай. Саш. За леску удочки этой зацепила. Вон, видишь же, дергает. Ну да, сорога. Сорога, я говорю, сорога. Там дергает, значит. Не, нет, вот ты зацепил.
сейчас, друзья, поплыл я на лодке. Немножко покидаю на судака. На отводной поплывок. Уйду левее. Вон туда. И буду сплавляться туда вниз. Один раз сделаю, если буду клевать. Хорошо. Если нет, потом вернусь рыбачить. На леща, подлещика. Так, встану этот раз на яму, где вот 7 метров. Ну, подымусь еще метров, наверное, 50 вверх, даже больше. Можно, конечно, окуня туда половить, сходить вон туда, в затон, левее. Вот цель судак. Время по местному без 5-6. Самый раз можно часик порыбачить. Так, первый заброс. В общем, фиолетовая у меня резина. Посмотрим. Ну, стягивает, конечно, надо подальше было подняться. Резко. Друзья, у нас закат вот такой красивый. Смотрите. Сейчас буквально минут 20 и уже будет темно. Ну, красиво наблюдать. В общем, я на лодке поплавал, покидал немножко спиннинг. Поклевка. Ни одной поклевки не почувствовал. Чтобы пока бросил это занятие. Может, с утра еще выплыву. Приплыл на берег. Вот. Снова ловлю на фидер. Поймал несколько сооружек и одного подлещика. Мы сидим. Сейчас вас ждем. Когда стемнеет, уже палатку поставили, вот на всякий случай. Может, будем спать. Тут он покушать себе накрыли. Ну, я думаю, что ночью порыбачу. Должен ночью клевать все равно. Интересно даже самому. Ладно, рыбачим дальше.
клевка дергает. Можно подсекать, пробовать. Нет, наверное, рано. Рано. Так рано. Вот опять прокараулил. Можно было дергать. Нет, поклевка была. Ну, либо сидит уже, либо этот стащил. Не стал уже дергать. Угу. Несколько раз подергал, и поэтому не стал дергать. Думаю, если наверняка что-то. Ну, в любом случае менять надо. Уже ну, здесь и приконку, и наживку. Сейчас подержу минуты две, да. Если клюнет, так достану, либо нет. Сидит. Сидит. Угу. Да и неплохой вот рыба. Колокольчик, извините, вы с колокольчиком вместе. Сорога, наверное, ведет. Да, подлещик. Вот такой вот. Уже почти заглотил. Попробую его аккуратненько не ранить. Блин. Ведь крючком пошел. Поклевка хорошая была. Загиб не успел показать вам. Сидит, наверное. Вот. Сидит небольшой. Хочу-то вам поклевки показать. Не успеваю. Сорога, наверное, опять. И вот на эту. Или что у меня зацепило? А, блин. Тоже хорошая. А, вот здесь поменьше. Рыбу-то. Снова поклевка была, сидели кушали, пару раз дернуло. Не могу показать вам поклевки, уже наверняка.
сорока вышла еще. Вот здесь тоже, по-моему, сидит. Молодец, давай я бегу сюда. Всегда я. Сорога сейчас клюет как-то осторожно. Тихонько, тихонько. Таких явных поклевок, чтобы там бабац нету. Сейчас минут через 40, наверное, уже потемнает совсем. Ребята подъезжали на лодке, сказали, здесь карась, в принципе, ночью клюет на яме, на 6-метровой. Есть он тут. Посмотрим, будет брать, не будет. Мне тоже интересно карася половить ночного. Снова поклевка, видимо, опять сорога. Не успеваю дергать, все равно. То есть явных поклевок таких, чтобы тут нету. Он раз, качнет, два и все. Ну вот. Ладно, посмотрим, может сидит. Да, по-моему, сидит. Сорога опять. Никто нету, смотри-ка, а. Пошла. Да. Саш, хорошая поклевка. Два раза опять бы. И опять молчок. Время уже 8 часов по местному времени. Редкие поклевки. Ну сейчас вот два раза так тук-тук. И все пока. Либо сидит, либо съел. Что-то небольшое клюнул. Так что порога, наверное.
Сорога клюнула. Подлещик небольшой. Вот такой вот. Большой. Доброе утро, проснулись, время 7 часов, вру, 6 часов по местному времени, только-только светает. Ну что у нас тут, ряску прибило к берегу, вода цвела, вот много ряски. Вот. На ночь оставлял, ночью поклевки были небольшие, штуки 3 поймал и все. Сейчас будем проверять и передокидывать. Думаю, вот такая полная. Так, на одной вот такой, такой подлещик с утра сидел. Заглотил и не смог. Один такой сидит. Это тоже с утра такой. Туда наброшу, потом посмотрим.
все перезакинул, все по-новому с утра, все четыре донки. А сейчас кофе попью пока. Туман есть, но небольшой. Тяга появилась. Он туда вот уносит рязку, которая здесь набилась, сейчас ее все туда уносит. Но это хорошо, мешать не будет. Первая поклевка с утра. Наверное, небольшой подлещик идет. Но просыпаться рыбка начала, значит, немножко. Может быть. Сорога, поди. Или подлещик. Подлещик. Да, подлещик. Вот такой вот. Ну ладно, тоже рыбка. Тоже радует. Тоже радует. За нижнюю губу, по классике. Вот, нижняя губа. Ладно, сейчас туда же закинем. Подождем поклевку для уверенности, потом почекем. Ну ладно, попробуем, что ли. Непонятно. По-моему, нет. Я побаловался, по-моему. Не чувствую дерганий. Надо подождать. Ну ладно, уже проклевывается, да? Начинает немножко. Так, перезакинем. Клевка-то была. Поди, сидит уже. Сидит, наверное. Не пойму. По-моему, опять нету, что ли. Такая поклевка была, да? Или сидит? Не чувствую дергания. Нет, по-моему, кто-то есть. Да, есть. Сорога, наверное. Кто-то есть. Сорожка. Сразу видно, да, поклевки сороги. Ну такая. Но это гибрид, ага. Вот он гибрид. Видно, ага.
гибрид опять. Да, интересно рыбка. Вот он, сорога скрещенная с подлещиком. Вода теплая, кстати. Опять. Оп. Снова поклевка. О, этот уже достойный. Или сопротивлялся достойно. Да. Тоже, наверное, сорога, но потяжелее, подлещи, скорее всего. Оп-оп-оп-оп. Ох-ох ты, нифига себе. Пытался уйти, а. Кто это такой? О, нет, хороший просто подлещик. Такой нормальный. Хорошенький взял. Отлично. Вот такой вот. Тихо, тихо, тихо. Тихо. Не буянь. Ну, это достойно взял. Поклевка достойная была. О, лиски. Ладно, вроде бы начались поклевочки. Еще закинуть туда же. Так. Этот сопротивлялся неплохо. Ох. Ну, в принципе, немножко не туда. Ну ладно. Попробуем там. Неоднократно уже говорил, что каждый водоем нужно изучать. На каждом водоеме рыба клюет по-разному, в разные часы. Вот поклевка, кстати, у меня на левой. Видите, да? Небольшое подергивание. Поэтому вот, приезжая на водоем, для себя просто наметки делайте, что вот так-то, так-то. Даже вот на одном водоеме и в разных местах, в локации там разделено там 4-5 километров, все равно рыбы будут клевать по-разному. Это зависит от рельефа местности, от планктона, то есть от базы, питательной базы. Вот. Ну и, конечно, от температуры воды. Ну и немножко от тяги. Вот поэтому. Но еще хочу сказать, что, конечно, еще влияет от освещенности. То есть солнечные лучи, когда падают, более светлая вода становится, где-то более светлее становится, более темнее, рыба выходит на прогретую воду, здесь более-менее, где солнце прогревается, вода довольно быстро, а в солнечном случае мы не замечаем, рыба это чувствует, поэтому идет туда. Ну и, конечно, начинает питаться. Вот это хороший идет. Чувствуется тяжесть. Поклевка на эту. Это хороший. Достойный. А? Да. Так опять эту. Ветер пошел. Оп. Тихо, 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 тихо. Тихо. Подлещик хороший, по-моему. О, хороший. Хороший. И нельзя. О, да. Этот такой нормальный. Вот он такой. Они толстенькие, крепенькие. Вот такой вот. Отлично. За верхнюю губу я его подцепил. Вот такой вот.
Давайте уберем его. Все. По-моему, сидит, по-моему. Тебе опять рано. Опять неудачный. Кто там? Корога клюнула. Сразу при забросе ушла. Да, мелкая. Ну что, друзья, мы будем заканчивать уже потихонечку рыбалку. Еще часик вот порыбачим. А с ночевой мы рыбачили, да, видели, да, ночью у меня, правда, рыбалка не очень получилась. Трех, двух подлещиков поймал, трех небольших таких. И потом лег спать. И утром рано вставать не стал. Встал уже в 6 часов, порыбачил. Поклевок не было, часа полтора, наверное. Одного там поймал и все. И вот выход небольшой был. Видели, да, по подлещика хорошего поймал, еще пару подлещиков, ну, почти леща вот такого. И все, пока. Ну, и время по местному 10 часов, и вот еще до 11 сидим, и будем собираться. Ну что, рыбалка состоялась у нас, праздник тоже такой был, ну, мы отдохнули. Здесь очень хорошо, на такой вот красивой природе, видите, да, там золотая осень. Да, водоем прекрасный. Вот так вот. Я думаю, что хотел закрыть сезон. Фидерный, ну, пока еще оставляю за собой право на еще одну рыбалку. Не знаю, у себя на Каме, либо на Воткинском водохранилище, либо на Иже. Ну, наверное, еще выйду. Погода еще позволяет. Говорят, у нас уже там в Удмуртии еще бабье лето собирается прийти. Так что можно еще порыбачить. Ну, а пока вот. И будем еще сидеть немножечко. И потом закругляться. Потом еще в конце покажу ту рыбку, которую мы поймали с Александром. Вот Александр рядом тут находится. И поймали мы рыбки. И потом домой отдыхать. Спасибо, что посмотрели. Спасибо, что подписались на мой канал. Вы же подписались, да? Давайте подписывайтесь и поддерживайте меня. И ставьте лайки. С вами был на канале Самый Клевый Палыч. До новых встреч на новых рыбалках. Пока-пока. Так, давайте посмотрим нашу рыбку. Здесь у нас резко занесло. Ну, мы сейчас ее вон туда протащим, промоем. Немножко. На чистую воду. Вот так вот. Ну, в принципе, только рыбки. Нормально. Отлично. Все, достаем. Пойдет, пойдет. Отлично. Сейчас так, где тут и вывалим. Оп. Ну что, считаю, нормально, хорошенькие. Идет. Вот такие вот все подлещики, лещи, сторожки. Нормально, отлично. Ребятки,
живые все. Отлично. Ну, рыбалка состоялась, у нас состоялась. Сколько приятного тебя. Ага. Отлично. Да он и сопротивлялся, отлично так. Отлично.